поселок Новобогдановка, Мелитопольский район. Слышь, ну те черные эти чубарики вообще красавчики. Ну прям, ну цыгане и все, ты понимаешь? Черные такие, ух, чубами, блин. Ух, какие черномазики, смотри, какие. О. Что там перья с кого-то полетели, блин. Ух, как столб тянет. Посмотри, что он творит. Да ты что. Ой, какой красавчик один там. Все. Давай, давай. Да, ну это ж совсем другое дело, ёлы-палы. Вот это ж совсем другое дело. А это ленивый, она, может, натоптанная. Она а она, не, она, ага, опа, опа. Еще крыло вырвано у нее, ты же видишь, крыла одного нет, не гони ее. А. Ох, как там красивая, как они кувыркаются, но телефон не достанет. Ты видишь, как они сальто делают там вверху? Вот это кайф. Вот сколько их, вот это она. Ой, какая красота. Я не видел, что-то. И маленькие, они вообще почти кругов не делают. Ты шо, ты шо. Да я их телефоном не достану. Ты шо, какая красота. 9 штук там, да? 9 штук там наверху. Она с яйцом, вот. А, ну да не трогай ты ее, хай сидит. Не трогай ее. Не надо, не надо. Вон уже банда есть. Банда уже вон. Ну, вот красиво как стоит. Против нее это все. Они как летные стоят на месте, шмалят. Посмотри, посмотри, что они творят там. Кувыркаются. Ты шо, класс. Это все хуйня, понимаешь? Вот мне надо ее сосовнать как-то. Ее? Че? Она как-то не хочет. Ну да, как-то она не хочет. Сгоняться. Ну да. Она не боится уже просто ветра. Она поняла, что не достанешь ее. Вот просто к веткам она привыкла. А кинь сейчас мячик, обычный мячик, и все. Она привыкла к веткам просто. Она веток уже не боится. Оп. Да, голуби скрылись вообще в космосе.